Запомните, никогда не давайте винаторам сверчков. Это хуже, чем пиво и энергетики. Скажите, а это не больно? Все зависит от диаметра иглы. Подождите, у вас диаметр, а? Вы уже да? Не забудьте подписаться и нажать на колокольчик. Спасибо, приятного просмотра. Всем привет, ребята. Это канал Sober Vision. Сегодня я продолжу вам рассказывать о моей колонии винаторов, у которых появились коконы. И во второй части я покажу, как я извлек жало у одного из погибших винаторов. Итак, наконец-то у меня у этих муравьев появились личинки. Личинки хорошо росли, развивались, но дома у меня целая куча проветривальщиков, которые любят открыть окно, уйти на целый день, и температура в формикариях начинает резко падать. В один такой прекрасный день, целый день было открыто окно, на улице сейчас вы видите, что уже совсем не тепло, и поэтому две личинки, которые уже в принципе были готовы к окукливанию, погибли. Их съели остальные личинки. Но ничего страшного, в этом в принципе не произошло, потому что из яиц сейчас активно появляются новые личинки. Со временем другие личинки достигли размеров и были готовы к окукливанию. С окукливанием, ребята, есть особенность. Так как винаторы вынесли весь субстрат, и чаще всего они именно так делают, то когда личинка начинает окукливаться, того количества субстрата, который они достают с арены, чаще всего не хватает. И поэтому я рекомендую подсыпать им принудительно небольшое количество субстрата, которое будет достаточно для окукливания личинки. Если вы это не сделаете, попросту личинка не сможет окуклиться. В принципе, первый раз я подсыпал не такое уже большое количество, и первый кокон, который у меня получился, он получился не целый. У него была небольшая дырка. И поэтому через некоторое время винаторы его вскрыли. Та личинка, которая была внутри, также была съедена. Ну вот такой вот результат. В следующий раз, когда я увидел, что винаторы уже начали засыпать очередную личинку, я подсыпал субстрата побольше. Винаторы заложили полностью весь кокон. Кокон получился нормальный. И уже примерно 2 недели этот кокон развивается дальше. То есть внутри происходит превращение личинки в уже полноценного муравья. По внешнему виду, что здесь можно сказать? Что, возможно, это самец, но пока у меня еще есть сомнения. Возможно, здесь появится и рабочий. Кроме этого, у меня появился второй кокон. И сейчас у этой колонии винаторов 2 кокона. Что еще новенького? К этой колонии я подселил многохвосток, подселил мокричек. И несколько мокричек, несколько многохвосток постоянно находятся в формикарии. Они подъедают те процессы жизнедеятельности, которые складируются практически всеми панеринами в гнезде. И я считаю, что это большой плюс. Винаторы на них никак не реагируют. В принципе, вот здесь вот у меня многоножки достаточно большие живут. Но, тем не менее, винаторы на них никакого внимания не обращают. Такой вот симбиоз, совместное проживание. Яиц, в принципе, сейчас также много. Личинки тоже постепенно развиваются. Ну и, в общем, остается только одно. Ждать появления муравья из кокона. С питанием тоже никаких проблем нет. Питаются они мне в основном туркменскими тараканами, так как после того, как я им дал сверчков, это были банановые сверчки, у меня погибло 2 муравья. Я считаю, что именно после кормления сверчками количество колоний снизилось до критической отметки, а именно осталось 3 муравья. Мне кажется, именно по причине того, что я им дал сверчков, у меня как раз таки и умерло 2 муравья. И так как эти муравьи уже были мертвы, я решил провести тот же эксперимент, который я проводил с диакамами. А именно посмотреть, какое жало имеют эти муравьи. Здесь не получилось у меня так все просто, как у диакам. У диакам я просто потащил за кончик жала, и жало спокойно высунулось. Здесь же получилось немножко все сложнее.
мне пришлось надломить заднюю часть у муравья, и только путем манипуляций пинцета иголки мне удалось таки извлечь жало. И сразу что хочу отметить, что на мой взгляд, жало должно было быть как минимум раза в два больше. Я, конечно, не замерял жало у диакаммы, но чисто по ощущениям, чисто по внешнему виду, мне кажется, что оно как минимум не больше, чем у диакам, а то и меньше. Но по эффекту, который производит ужаливание этими муравьями туркменских тараканов, можно сказать с стопроцентной уверенностью, что у диакам яд он намного менее действенный, менее парализующий. Потому что после того, как диакамы многократно жалят туркменского таракана, он еще некоторое время продолжает бегать, что-то там сопротивляться. В общем, чтобы убить среднего таракана, диакамам нужно определенное время. Но то, что касается винаторов, практически одного ужаливания хватает, чтобы туркменский таракан полностью прекратил бегать, он уже спокойно лежит, единственное, может там шевелить немножко усиками, чуть-чуть подергивать лапками, но парализующий эффект практически наступает моментально. Поэтому я здесь с уверенностью могу сказать, что да, именно по парализующему действию винаторы, конечно, выигрывают у диакам. Вообще, винаторы действительно интересные муравьи, за ними интересно наблюдать. Интересно смотреть, как они охотятся. К сожалению, у меня только три муравья. Причем матки здесь 100% нет. Я надеюсь, что здесь есть гамергат. Ну, хотя вот внешний вид яиц пока со 100% гарантией этого не подтверждает. А можно сказать наоборот об обратном, что по внешнему виду, скорее всего, здесь появятся именно самцы. Ну ладно, поживем, как говорится, увидим. В одном из ближайших выпусков у меня выйдет видео про пожарников, которые у меня появились. Также у меня для вас еще приготовлен сюрприз с еще с одними муравьями. И кроме этого, через недельку примерно я планирую приобрести еще один очень интересный и редкий вид. Всем спасибо за просмотр, ребята. Не забывайте подписаться на канал. Заходите в группу ВКонтакте. Также есть у канала Инстаграм. И всем пока-пока.